Привет всем! Сейчас распаковка с Вайберес. Видите? Вайберес. Распаковочка. Вайберес. Это не то, что такие пакеты. Вообще Вайберса не было. И пакеты, короче. Немного, в принципе, потолще. Еще больше. Смотрите, что это такое. Смотрите. Это же Гриндерс. Вау! Смотрите! 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 Гриндерс! Чувак! Это ты шо? Это же Гриндерс! С размером я лоханулся. Она была 41. А я... Буду ходить обратно, заново, в лыжах. В лыжах буду ходить. Гриндерс. Чувак, это что? О, стелька такая. Делать Гриндерс. Буду ходить больших. Будем одевать. Но они у меня большие. Сильно? Ну. Зачем же такие вот эти? А я что, знаю какие? Какой ну. размер? 42-й, на. Ну, с носками. Угу. Да? Да. А я откуда знаю, как убрать. Чувак, это шо? Это же Гриндерс. Гриндерс. Блядь. Гриндерс. Это же Гриндерс, блядь. Короче, у меня, по-моему, ни разу еще обуви не было. По размеру. Да, тут так, короче, не продаются. Гриндерс. Гриндерс. Я бы мог бы их померить, там отказаться. И деньги назад. Там. Сколько там? Вон даже выбит Гриндерс. Угу, без... Чувак, это чё? Да это же, блядь, Гриндерс. Гриндерс. А еще думал, может 43-й заказать. Гриндерс. Ну да, я как панк как-то получается, похеру. Но все равно, блядь. Да у нас, блядь, не продаются ни Гриндерсы, что, блядь, надо откуда-то заказывать, блядь. Хорошо, хоть не маленький.
Вот. Такие вот. Гриндерс. Чувак, ты чё? Да это же, блядь, гриндерс. Да. Они большие. Как у меня? Вот. Такие они. Гриндерс. Найка, давайте подписывайтесь, чем будет больше вас, чем будет круче ролики, я всех обжарю, будем пока. С наступающим.